Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я человек, который помогает вам изменять свою жизнь, изменять свою реальность по собственному требованию. И если вам не нравится то, как вы живете, если вы в каких-то пунктах не удовлетворены или изучаете такие вопросы, как осознанность, как управление силами своего разума, соответственно, вам по адресу. Поэтому сегодня мы будем с вами говорить об этих чудесах, которые мы творим сами, и как автор марафона «Рерайтер жизни», который я веду уже полтора года, я сегодня попросила прийти в гости тех людей, которые проходили этот марафон, которые работают по тем техникам, которые, собственно, я даю, для того, чтобы поделиться своим опытом, своими чудесами и рассказать, собственно, вам, каким образом получается или не получается работать над своим мозгом, сказки это и мои личные выдумки или нет, работает это или нет. В общем-то, сегодня у нас будет такой интересный эфир. И сегодня в рамках этого эфира я хочу разыграть место на марафоне «Рерайтер жизни» полноценное. Это месячный марафон, где мы пишем книгу о той жизни, которую мы хотим, а параллельно изучаем техники, способы и вообще принципы того, каким образом мы можем получать желаемое и каким образом мы вообще формируем свою жизнь сегодня. Почему наша жизнь сегодня такая, какая она есть, и как на это влиять. Сегодня мы разыграем место в конце марафона, в конце нашего эфира, точнее, я расскажу, каким образом это будет происходить, поэтому оставайтесь, пожалуйста. Ну, а мы, собственно, сейчас буквально чуть-чуть будем с вами начинать. Последнее время Инстаграм, не знаю, после того, когда меня блокировали, почему-то перестал напоминать о моих эфирах людям, вот, и нам требуется какое-то время, я уже заметила, чтобы аудитория собралась, поэтому если вдруг вам не приходят уведомления о моих эфирах, можно поставить себе в настройках напоминание для того, чтобы вы мои эфиры не пропускали. Это так, на всякий случай, пока что говорю. Вижу, что присоединяемся. У нас первая ко мне присоединится сегодня участница Нина. Ниночка, если ты есть, пришли, пожалуйста, запрос, покажись, потому что я не успеваю отследить в ленте, очень много всякого движения происходит. Дай, пожалуйста, знать, что ты здесь есть, и я буду тебя присоединять. Сегодня наши девушки переживают и волнуются, мы общались накануне. Сразу же скажу, что мы ничего не готовили специально, я просто попросила участниц, которые сейчас находятся в Биг-клабе, это уже сообщество, в которое попадают мои выпускники, которые желают продолжить работать, там тоже у них происходят задания, занятия, происходит постоянная работа в группах, и это люди, которые уже прошли марафон, который длится месяц, прошли клуб, который раньше длился, если я не ошибаюсь, 3 месяца, сейчас длится 2 месяца, мы немножко видоизменили программу, сделали ее более насыщенной, и затем попадают в клуб, в Big Club, так называемый, в большое сообщество, в котором люди могут находиться достаточно долго, столько, сколько хотят. Вот некоторые из участников находятся уже там 1,5 года. Вот. И сегодня мы посмотрим с вами, узнаем, у нас будет Нина, Оля и Виталина, ой, Виталина, правильно, нет, Виктория, сори, Виталина, это моя партнерша, Виктория, Ольга, Нина, Ольга и Виктория, и сегодня мы узнаем их истории. Так, девочки, не вижу пока ваших запросов, почему-то, точнее, не вижу Нининого запроса, если не вижу... Возможно, у Нины не получается. Если Нина сейчас не может, Ниночка, хотя бы напишите, пожалуйста, в чат, потому что я не вижу пока что вас. Либо у меня Инстаграмчик немножечко подглючивает и подтупливает, либо если, например, у Нины не получается, то может Ольга или Виктория подстраховать. Девочки, напишите, кто готов. Вот, отправьте, пожалуйста, запрос, и мы тогда с вами свяжемся. Давайте пока девочки у нас пытаются, я скажу несколько важных моментов и слов. Во-первых, завтра стартует «Рерайтер жизни», и в этот раз
единственный раз мы решили, вот, Олечка, можете тогда прислать запрос. Мы решили единственный раз провести с Сергеем, с моим партнером и мужем, такой эксперимент и дать возможность бесплатно присоединиться к пробной версии, обычно она платная всегда. Пробная версия включает в себя 4 дня в жизни в марафоне. Так, вижу, Олечка, сейчас добавлю вас. 4 дня в жизни в марафоне в полноценном сообществе с полноценными уроками. Для того, чтобы это сделать, у меня в сторис есть сейчас ссылки на бесплатную пробную версию. Вы можете перейти по этим ссылкам, зарегистрироваться и уже сразу сможете попасть и в чат и получить изначально, как это называется, ознакомительные, предварительные задания, а уже завтра у нас стартует марафон, и вы получите первое задание, первую главу, и, в общем-то, начнете непосредственно работать. Так, вижу, что Оля у нас отправила запрос, больше не вижу запросов от тех, от кого они должны были быть, поэтому присоединяю Олю тогда. Так. Пробуем. Так, есть. Сейчас поправим. Так, Олечка, здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно, видно, отлично. Ура! Оль должна была быть второй, но Нина, видимо, у нас что-то не получается. Пока что мы подождем. Так, Оль, ну рада видеть. Да, давайте... мне тоже очень приятно. Будем немножко в формате интервью, для того, чтобы было легче отвечать, да, на вопросы. Значит, еще раз, почему я пригласила девочек-участниц? Во-первых, чтобы вы увидели, какие они классные, красивые, с разных городов, разных возрастов, с разными абсолютно историями. И чтобы было так более нам предметно и понятно, Оль, попрошу чуть-чуть рассказать о себе, откуда... Можно рассказывать, сколько лет, можно не рассказывать, тут каждая женщина сама для себя определяет, что прошла в марафоне, да, сколько времени как бы мы находимся вместе. Ну вот, для начала вот так. Всем здравствуйте, меня зовут Ермолова Ольга. Это одна из причин, почему я подписалась на страницу Олечки, потому что думаю, ну что же такое, ну это же, наверное, знак. Но самое интересное, что на тот момент уже были в голове, что надо что-то менять в своей жизни, потому что это болото уже надоело, и... Тут вдруг Ермилова Ольга с такими красивыми фотографиями с Мальдив просто безумно бесила, честно, Оля. Я вот так перелистывала страницы вот так и думаю, бесячая какая-то тетка. Ну, Оля постоянно так с собой разговаривает, она сама в такой манере говорит. Вот. И Оля нас учит, что мы должны бесить людей. Ну, она же и бесила. Вот, нас личным примером показывала. Я с города Белгорода, мне 49 лет. Я консультант по питанию. Как теперь понимаю, что это мое призвание, Оля, никогда не понимала этого слова, да, спасибо, спасибо огромное. Вот, и на рерайтер очень-очень скептически шла, читала отзывы, все время думала, когда такие интервью, как сейчас, это все подстава, это чтобы вас всех уговорить, это по любасу все договорено, оплачено, заплачено, пиар, и все такое прочее. Я большой скептик, я козерог по знаку зодиака, и все не очень легко мне в этой жизни дается. Вот, и вот это болото засасывало, засасывало, тут Оля с красивыми фотографиями предлагает какой-то рерайтер, что за слово какое-то дурацкое, вот понимаете, да, мой настрой, то есть какая я была раньше и как я воспринимала все эти слова Олины речи, и когда-то в один прекрасный день я перестала, не смогла вот так нажать, перелистнуть, и Оля на этом эфире, я не помню, про что был эфир, и я вот такая, знаете, как собачки из воды вылазят, да, и вот так стряхиваться, я стряхнулась, и вот так медленно, и не смогла перелистать, потому что Оля очень громко ругалась. Она очень говорила таким тоном, наверное, мне это было нужно, и думаю, блин, опять же бесит, но она же правду говорит, ну хватит уже листать, ну блин. У меня с недавних пор появилась такая черта, что если в твоей жизни что-то приходит несколько раз, значит,
Вселенная тебе уже носом тычет, как котенка, что надо что-то делать, да? И вот думаю, ну ладно, 151 раз не пересну, я дослушала этот эфир, завела тетрадку и ночами на кухне стала конспектировать и крутить вокруг виска, что ты делаешь? Ну вот что, для чего тебе это нужно? Ну все же хорошо, проснулся же внутренний обманщик, который говорит, ну а что плохо-то? Вообще с мужем все зашибись, семья, ну, дом, работа, ну, все же есть, но что тебе еще не хватает, как это вокруг все говорят. Ну, не было чего-то, устала от речей вокруг, очень волнуюсь, краснею. Нормально, начали. Все прекрасно. Знаете, не могла говорить слово «нет» людям, ублажала, они на себя садятся на шею, да, пользуются этими ситуациями, что ты не можешь отказать. Я так устала и думаю, ну уже скоро 50, ну уже ты, наверное, старая идти на этот рерайтер. Ну ладно, ну пошла. Не было мысли о пробных. Если и делать, значит делать. Вот, пошла на рерайтер, и тут мне вдруг Оля говорит, писать какую-то книгу. Блин, ну вообще бред какой-то. То есть, Оль, сопротивление еще шло, да? Оля еще бесила. Но со своими подругами я бесконечно говорила про Ермилову. И когда мы переписываемся в чате, мы букву О и букву И заглавной стали писать. То есть, чтобы мы не путались, какая из нас Оля эту фразу сказала. Вот, и даже сейчас на эфире есть девочки, их очень много, которые пришли со мной, потом за мной, потому что я тогда не знала, Оля, вот эту фразу, как правильно ее произнести, кстати, вот теперь лично задам вопрос, самой оставаться с собой, а другим оставаться другим, правильно говорю? Позволь себе оставаться с собой, а другим оставаться другими. Да, позволь, точнее так, позволь себе быть собой, а другому быть другим. Да. Ну, мне же хотелось не только самой поменяться, мне же хотелось, чтобы все вокруг тоже менялись. Как худеют, все должны похудеть, когда ты мозгами меняешься, нужно поменять. Но, Оля, почему делала это? Потому что была тема окружения. И я не хотела, чтобы эти люди от меня уходили. Но я понимала, что если я сейчас поменяюсь, а они нет, я с ними расстанусь, и мы будем разговаривать не на равных, да? То есть мы уже перестанем друг друга понимать. Эти люди для меня очень дороги, и они все здесь, да. Вот, и очень все изменилось. Я научилась говорить людям «нет». Я по-другому стала абсолютно смотреть на все ситуации, которые происходят в моей жизни. И есть люди, которые мне что-то говорят, я улыбаюсь, я их не меняю, понимая, что они когда-то сами придут, ну, поймут, наверное, или не поймут, это уже их проблемы, да? Вот, несколько вопросов, вот, чтобы было так предметнее. Когда ты пришла на рерайтер, когда это было? Я пришла 1 апреля. Потом пошла в клуб и потом в биг-клаб, да? Да, но я еще была на денежном портале на двух. Ну, это... вот. И биг-клаб у меня был в сомнениях, но, Оля, эфир про канат – это мой главный конек, я всем об этом сейчас говорю. Очень боюсь отпуститься от этой руки, да, и каждый во вторник или понедельник, когда там приходят нам сообщения, Олечка, ага, так, Оль, ну, очень стараюсь, конечно же, делать все, что говоришь, очень стараюсь, высокие вибрации, практически всегда. Это слово для меня было абсурдом. Вообще, какие вибрации? Слово медитации, я считала, что медитируют только дураки. Вот клянусь, девчонки, да, вот так все еще. Да. Но когда я проанализировала и подумала, ну медитируют люди, все известные люди медитируют, да? Ну они же успешные. Ну ты не медитируешь,
и ты же этого хочешь, значит, может, нужно начать. Очень тяжело мне дается с визуализацией. У меня, я еще не очень сильно дружу, но уже делаю. У нас вот девочки есть, которые сейчас смотрят тоже эфир, особенно парковка машины. Я не водитель, и если мы едем, то, конечно же, мы, когда с мужем, мы всегда находим место, где мы припаркуемся. Оль, все техники работают, все техники работают. Это однозначно. Даже сегодня муж менял в котле штучку и купил точно такую же. Старая влазит, где она была, а новая нет. Я подхожу, и он говорит: я знаю, что ты скажешь. Так, интересненько получилось. Только оказалось на месте. Я не знаю, что это за волшебные слова, но я точно знаю, что они работают. Я точно знаю, что я утро начинаю с аффирмаций. Я точно знаю, что как только у меня какая-то проблема, этот фонарик перестает светить над проблемкой. Мы даже с девочками сказку такую придумали, Оль. Ну, я не знаю, может, я много эфира займу. Мне что нравится в Олиных эфирах, то она рассказывает это так сказочно, что в моей блондинистой голове это все сразу понятие. Что такое сознание, подсознание? Мне говорят: ой, я все знаю. Я говорю: скажи мне, пожалуйста, чем отличается сознание от подсознания? И начинается бла-бла-бла. А я сейчас четко знаю, что такое сознание и что такое подсознание, потому что Олины знания это же огонь. Вот. И у нас такая сказка. С одной из девочек, которая сейчас в эфире, звонила мне, и мы находили какую-то временную проблемку и начинали ее ковырять. Эта дырочка превращалась в огромную дыру, мы ее окучивали целый день вокруг этой дыры. В итоге эта дыра превращалась в вихрь, который, как в мультике, двое сларца одинаковых с лица, когда уже туда летели пирожки и булочки, и непонятно, сладкое, соленое, кислое, также мы не видели ничего уже хорошего, потому что у нас проблемы, и мы видим, негатив притягивает только негатив, соответственно, беда не приходит одна, эти все были фразы наши, и, естественно, жизнь была не то, что мы хотели. Да? И сейчас техника фонарик мы переключили, быстренько обсудили другие проблемки, вопросы, неправильно, Оля, вопросы, и все, и жизнь налаживается, и смотришь, и уже то, что тебя волновало, уже абсолютно не волнует, все в огнях, вот, и не знаю, я, если вот, когда сейчас у меня, я, во-первых, отстала от детей, они у меня уже взрослые, это их жизнь, я перестала полностью вообще отошла, не знаю, почему, как это так быстро получилось. Если они меня просят о помощи, тогда без проблем. Без проблем, если нет, значит, у них все хорошо, значит, я научилась ставить приоритеты, не совсем, я еще учусь, я уже умею, понимаю, что для меня, что мне нужно сначала для меня, да, а потом все остальное. Оль, ну я не знаю, есть вещи, которые сейчас со мной происходят, если вот они бы происходили в январе до нашей встречи, они бы совершенно по-другому протекали. И я бы в некоторых ситуациях пластом лежала бы и рыдала бы, и, ну, это была я. А теперь я совершенно другая, у меня глаза горят, и я вижу выход из любой ситуации, потому что высокие вибрации. Мы с девочками в чатах, ну и вот получилось так, что мы на рерайтере несколько подружек бы, мы созвонились, обсудили, друг друга поддержали, успокоили. Ну, даже если, да, ну, Оль, ну вообще просто огромная благодарность. И сегодняшний эфир, когда Оля написала, да, кто хочет выступить, я, конечно, отозвалась, и для меня это нелегкий шаг, но это выход из зоны комфорта, поэтому нужно учиться, нужно везде быть первой, да, нужно из жертвы. Вот это одна из, опять же, рост, Оля, это из жертвы я превращаюсь в лидера,
да, перестала нытье. У меня есть одна очень близкая знакомая, которая каждый день звонит мне и жалуется, что там то-то плохо, то-то плохо, это плохо. И раньше это занимало полдня, мы перемусоливали все на, ну, вот эту всю ситуацию. Сейчас я говорю: так, давай разберемся, по какой причине это все происходит, для чего тебе это в жизни дано, как вообще, ну, ты понимаешь, говорю, что ты сама позволяешь так с собой себя вести. Люди не знают о том, что так с тобой нельзя, так ты же об этом им скажи. Оль, но я это не только говорю, я это и практикую, потому что анализируя, если я раньше могла обидеться, сейчас я думаю, почему мне человек такое сказал? Значит, я же позволяю, ну, так с собой, ну, вести. Значит, нужно меняться. Недавно девочка звонит и жалуется мне, что с мужем все очень плохо. Я на рерайтер не пойду, потому что я тогда уйду от мужа. Я говорю: а ты понимаешь, что на рерайтере творятся чудеса, там волшебство. И, быть может быть, у тебя произойдет в голове что-то такое, что из искры возгладится пламя, и ты вспомнишь о своей, ну ты же когда-то выбрала этого человека, но ты же не совсем была пьяна, что ты просто расписалась в ЗАГСе и не хотела от него детей, да, и рожала вот. Поэтому, ну вот, вот так. Я не знаю, может, ты наговорила. Обязательно, Спасибо. Оля, подожди. Да. Еще самое главное. Я когда пришла на рерайтер и читала от девочек в чате, что я пойду второй раз на рерайтер, думаю, боже, с первого раза не понимают. Я правда, Оль, читала, они же вообще тупые какие-то, что они не... Я обязательно пойду на второй раз на рерайтер. Это планируется, ну это было сразу запланировано на конец осени где-то, потому что еще мне нужно проработать кое-что, потому что когда я писала первый раз книгу, что я хочу, я была еще как цыпленок. Сейчас я уже превратилась в какую-то курочку, и я уже многие вещи понимаю, что я уже не так хочу, и я хочу переписать. И обязательно следующий рерайтер дойду до конца, потому что прошлый рерайтер я не дошла до конца. Но в клуб пошла, потому что я не понимала, что нельзя отпускать канат. Вот, я не жалею о своем поступке, и я не думаю, что это не будет, второй рерайтер тоже не будет последним, и это по кругу можно проходить миллион один раз. Вот, спасибо, Оля, огромное. Я Спасибо безумно огромное. сегодня рада, что хоть таким образом мы далеко друг от друга соприкоснулись. Вот. Спасибо, Оль, большое. Спасибо. Так, я сейчас, наверное, тебе нужно отключиться сейчас. А Посмотри, как это пожалуйста. делать, Олечка? Скажи, пожалуйста, как это надо А по сделать? идее должен на экране быть или крестик, что-то завершить эфир, что-то такое должно быть, потому что я не могу А тогда я отключиться. совсем выйду, да? Я должна совсем выйти и снова зайти, А, правильно? наверное, да. Скорее Хорошо. всего, да. Все. Всем спасибо за внимание. Спасибо До огромное, свидания. Оль. Так, пока Оля выходит, вот, спасибо. Я хочу сказать несколько важных моментов. Во-первых, еще раз, почему я сегодня зову реальных участников. Я хочу, чтобы вы видели реальных людей, которые приходят на рерайтер, потому что действительно очень часто идут вопросы к себе, да, перед тем, как куда-то войти. Я сама знаю, я же тоже ученица, давайте об этом не забывать. И каждый раз я думаю, что там какие-то другие люди, что там какие-то другие запросы, что я для них или слишком хороша, или слишком плоха, или слишком странная, или слишком не готова. Я уже неоднократно рассказывала истории о том, что я, когда была полненькая, я стеснялась ходить в фитнес-клуб и думала, что сначала я должна похудеть, а потом прийти туда, ну, чтобы не позориться. То есть у меня были какие-то такие мысли. Смотрите, Оля сказала, что вот, да, около 50 лет. Вот мне сейчас, можно сказать, около 40 лет. И, честно говоря, это звучит отвратительно, но теперь я знаю, что это только звучит отвратительно, потому что, по сути, все находится в нашей голове, и я знаю 18-летних, 20-летних парней, которые приходили когда-то наниматься к нам на работу, айтишников, и мы с Сергеем, помню, как мы их обсуждали, что они мертвые, мы не можем их взять на работу. Мертвый человек – это человек не в возрасте, это человек в любом возрасте, который ни черта не хочет делать, понимаете? Мертвые вы тогда, когда вам ни хера, простите, не надо.
А возраст – это всего лишь возраст. Я знаю людей, которым 80-90, он, посмотрите, был наш танцор Чапкис, который вытанцовывал на танцах, и жена у него была на 30 лет с лишним младше. Запомните и не равняйте себя никогда по цифрам. Цифры – это всего лишь цифры. Ваше внутреннее состояние – это совершенно другая история. Поэтому если у вас всплывает когда-либо в чем-то убеждение, что я уже, мне поздно начать, я уже старый, запомните. Вот просто запомните и сделайте татуировку, напишите себе: пока я живу, пока я дышу, пока я просыпаюсь, я буду жить на полную. До тех пор, пока я просыпаюсь. Старым я стану тогда, когда я пойму, что я проснулся и сдох. Я ни черта в этой жизни не хочу. Поэтому возраст убираю. Оля вызывает восторг. У меня очень многие люди... я обращала внимание на то, что они мне писали. Мы от Ольги Ермоловой. Я сначала думаю, ну, блин, не могла понять, я даже потом несколько раз возвращалась, уже идентифицировала, что действительно у нас одна буква в разнице, да, в фамилиях, и действительно Оля начала делать то, чего я никогда не советую делать людям. То есть Оля, поняли, да, у нее было свое окружение, и я всегда вам говорю, когда вы начинаете меняться, будьте готовы к тому, что окружение изменится, оставьте этих людей в покое, не надо играть в спасателей, займитесь собой. Но Оля решила не то, что поиграть в спасателей, она решила накидать им ссылки, дать им эфиры, сказать им: девочки, посмотрите. И вот так получилось, срезонировало у Олиных подруг, что они подтянулись, они захотели сами, не она их заставила, а они захотели сами. Потому что когда мы начинаем кого-то в жизни заставлять меняться, мы всегда встречаем сопротивление, мы всегда встречаем агрессию, вот эту вот, да, типа, не трогай меня, не трогай меня. Поэтому у Оли вот этот очень классный, яркий пример. Я еще раз всем вновь прибывшим напоминаю, что завтра у нас стартует марафон «Рерайтер жизни», вы можете бесплатно зайти и попробовать, что это за чудеса. У меня прямо сейчас в сторис есть активные ссылки, активные истории, где написано «переходи и регистрируйся». Вы можете это сделать уже прямо сейчас, попасть в чат, потому что заработал чат, прямо сейчас получить первые предварительные задания и завтра начать получать первые уроки. Еще раз повторяю, что мы это делаем один раз. В следующий раз, в следующем месяце это будет опять платная пробная версия, то есть она не так дорого стоит, но тем не менее, почему бы вам сейчас прямо не попробовать? Оль, спасибо огромное. Сейчас вижу, что есть Виктория, отправила запрос, и видела, что появлялась Нина. Ниночка, давайте третьей вы тогда зайдете, напишите мне, пожалуйста, что вы здесь есть, и я на вы, на ты нам удобнее общаться, я просто уже привыкла, я вообще очень люблю всем жутко тыкать, честно вам скажу. Но последнее время у меня так стало много преподавателей моих детей, что я уже перестала всем тыкать, потому что это уже выглядит не очень good, вот, но я предпочитаю со своими людьми общение на ты, мне так сильно проще. Сейчас мы пригласим Викторию, тоже ничего Викторию не просила никого специально рассказывать, вы видите, что абсолютно живые диалоги, мне тоже интересно узнать, что произошло у Вики, есть ли какие-то интересные истории, или, возможно, просто она поделится тем, что с ней происходит. Еще раз, кто-то покупает машины, у кого-то меняются партнеры, а кто-то чувствует безумные изменения внутри. Поверьте мне, все начинается с ваших внутренних изменений, потому что, когда меняется идентификация себя, когда я себя начинаю, например, из жертвы превращать себя в хозяина жизни, я веду себя по-другому. Когда я понимаю, кто я, у меня начинается новая идентификация, у меня появляются новые навыки, у меня появляются новые ценности, у меня появляются новые действия, и у меня меняется результат. Люди, которые меня окружают, количество денег, которые у меня есть, дом, где я живу, все это следствие. Поэтому у каждого, каждый на своем уровне. Не ищите, вот очень часто, знаете, мы хотим увидеть, ну что, он написал, что он хочет крутую машину, прошло 4 месяца, что нет у него машины, не работает ни хера этот рерайтер. Это история не про рерайтер, как про волшебную кнопку. Это история про то, что я создала такую программу, которая позволяет обычному простому человеку без суперобразования какого-то, без напряга своего мозга, без 5 лет обучения каким-то страшным вещам, нормальному человеку, желающему понять, как устроена реальность и как мы ее создаем, научиться это делать, понять. Поэтому все мои примеры очень простые. Вот то, о чем говорила Оля, сознание, подсознание, я рассказываю
раскладываю все максимально просто для того, чтобы вы это запомнили раз и навсегда и могли применить в жизни. Вот, собственно, и все мое волшебство. Ну, еще немножечко волшебной пыльцы энергии, как у феи Динь-Динь. Все, я затыкаюсь, друзья, и приглашаю Викторию. А то же я могу говорить вечно, вы же в курсе. Так, жду, пока Вика появится. Сейчас мне надо себя опять опустить, потому что будет меняться карта. Так, Виктория, мы выходим. Да, сейчас, секунду, я буквально отойду. В это? Си. Дичь-минут. Так. Сейчас. Да, мне плохо саму себя видно. Ну, в принципе, я присоединилась. Так, Вик, представься, пожалуйста, расскажи немножечко пару слов о себе, где ты, что ты, сколько времени ты в рерайтере, и можешь какие-то ключевые вещи, которыми хочется поделиться прямо сейчас. Я Вика, живу я в Италии, под Миланом, замужем за итальянцем, мне 40 лет. Я о рерайтере узнала где-то в декабре от моей очень хорошей подруги, которая проходила рерайтер 3 года назад. То есть у меня ситуация такая, что 10 лет назад, где-то, ну, скажем, я с очень молодого возраста начала заниматься своим бизнесом. То есть мне было 24 года, когда я открыла первую фирму в Москве. То есть я жила до этого в Москве. Я занималась очень долгое время своим бизнесом, достаточно успешным. Но вот семьи не было, я жила с мужчиной, с которым так и не получалось создать семью, то по одной, то по другой причине. И, в принципе, ну, мечтала о семье. И когда мы разошлись с этим мужчиной после 7 лет совместной жизни, я, значит, так настроена была, что я найду мужчину, значит, который мне подойдет, с которым у меня будут дети и так далее, и так далее. Вот. И, как я понимала потом уже, когда я стала проходить рерайтер, я поняла, то есть у меня сидела вот эта вот установка, что хорошая мать не может быть бизнес-вумен, да, то есть либо ты должна выбирать карьеру, либо ты должна выбирать материнство. Значит, итог после, ну, 8 лет совместной жизни, да, когда вот подруга мне сказала, ты что делаешь вообще, ты посмотри, вот я тебе скинула, она мне скинула твои видео с Ютуба. Я начала смотреть их, вот, и она говорит, ты посмотри ее, подумай вообще, что ты делаешь в своей жизни. И я вот с тех пор начала задумываться, что, оказывается-то, я отказалась от своего бизнеса, переехала в Италию. Значит, стала заниматься вот такой работой, чтобы вот немного часов, чтобы с детьми побыть, чтобы собирать. И муж у меня вообще с неуважением ко мне относится. И проблема у нас серьезная из-за этого. То есть я начала все это осознавать еще до рерайтера, потому что я начала смотреть твои видео на Ютубе. То есть я поняла, что именно не так. Но без рерайтера я не могла... сейчас, секунду, это медовое чаинтиму. То есть я не могла как бы, ну, понять, как это делать, да, то есть конкретно. Вот, и мне вот рерайтер помог перезагрузиться. Я, опять же, с помощью моей подруги нашла, значит, в интернете были курсы админства в Инстаграм. Я пошла на эти курсы. У меня как-то так получилось, что именно в тот момент были деньги, потому что, естественно, не работая толком, да, и не, то есть постоянно на шее мужа, можно так сказать, который тоже, кстати, ну, не очень хорошо получает. Вот. Получается так, что я... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ну, то есть видно, да, что в принципе... Non lo so, sarà sui. То есть видно, что, в принципе, как бы до сих пор эта проблема осталась. Я надеюсь, что в ближайшее будущее мы ее решим. Я ее решу. Вот. Не надеюсь, а я ее точно решу в ближайшее будущее, так скажем. Вот. И, значит, о чем я говорила? Про курсы Инстаграма. Да, да, вот, то есть я записалась в эти курсы, я пошла на админство, я начала вести аккаунты, я поняла, что, ну, то есть я как бы, получается, вновь обрела себя, то есть я вернулась в некую точку, с которой неправильно свернула, вот, и вот этот вот рерайтер
февральский. Он мне прям очень хорошо помог, что он мне помог прочистить мозги. То есть, с одной стороны, у меня было понимание того, к чему я в реальности, что в реальности я хочу. Потому что за то время я просто забыла, что я хотела от жизни. То есть мне машина дорогая не нужна, потому что мне некуда ездить, мне вещи красивые не нужны, потому что я все равно только в пару с детьми хожу, там на работу там не обязательно. То есть вот это вот все стало. Я поняла, что нет, это вообще не я. И я стала также вспоминать очень часто, когда вот был бизнес, как бы у меня были такие моменты, когда, ну, допустим, там, вот в тютельку проходила какая-то сделка, да, вот у меня была какая-то внутренняя уверенность, что все будет хорошо, хотя, в принципе, ну, так, если реально посмотреть, дела не были очень хорошо, ну, то есть дела не шли к завершению удачному, но у меня была какая-то уверенность, что, ну, сделка пройдет, и она проходила, я вспомнила это. То есть, когда я стала слушать твои видео, я вспомнила, что это работает, что это уже работало. Что нужно всего лишь стараться и идти вперед. То есть, и вот я после рерайтера пошла сразу в Биг-клуб. Вот, в Биг-клубе тоже работала девчонка. Мне помогла, также мы вот как раз таки с этой подругой, которая мне посоветовала тебя. Мы тоже часто с ней общаемся, обсуждаем, что нужно общаться с людьми, достаточно те, с счастливыми. У меня вот, ну, сейчас я решаю проблему с мужем, потому что это человек, который постоянно жал. То есть это вот человек тот, который, в принципе, изначально, как бы, ну, вот совсем не мой и прямая противоположность твоим советам. Это постоянно жалуются на здоровье, постоянно жалуются на жизнь, что-то не получается, это у него любимая фраза. Ну, конечно, по-другому быть и не могло, всегда все плохо и так далее, и так далее. Я уже несколько раз пыталась его сначала, ну, как бы поставить на путь истины, можно сказать, донести твои мысли в том числе. Но ему это неинтересно. Ну, значит, просто не мой человек и разное, значит, на здоровье. Ну вот, в принципе, это, скажем, немножко о себе. Вот, я считаю, я очень советую моей двоюродной сестре тебя. Она все отникивается, что типа то денег нет, то еще что-то. Она как-то вот в это... Ну, я ей уже говорила, что, говорю, Оксана, просто у тебя не будет их, если ты как бы не переустановишься. Ну, я что-то там видосики посмотрю на Ютубе, посмотрю там это. Я говорю, ну, это просто не помогает, потому что видосики, которые ты посмотришь на Ютубе, дадут тебе понимание, что именно тебе надо изменить. Но как изменить, тебе как бы ты не сможешь сама. Да, это гораздо сложнее, и этот личный опыт стоит большого количества времени. А время, конечно, у нас самый ценный ресурс. Это вот, знаешь, нас часто учили, что нужно учиться на собственных ошибках. Вот я сейчас понимаю, что на собственных ошибках учатся дураки на самом-то деле. Понимаешь, это как каждый раз говорить, что зачем я буду проходить какой-то тренинг по Инстаграму, я сам его изучу, да, или там, ну, то есть это глупо совершенно уже сегодня звучит в нынешний момент времени. Тогда, когда ты можешь взять какой-то опыт уже, пройтись по этому опыту осознанно и гораздо быстрее перейти на какой-то уровень, нежели изучать самостоятельно, но это какой-то совершенно глупый момент. Вот я не знаю, это как не пользоваться инновациями, которые есть, да, говорить, я пылесос сам не изобрел, поэтому я буду брать, значит, там жесткие ветки и буду ими мести. Это, конечно, наш мозг, он нас очень сильно останавливает. Я вот хочу по поводу как раз на твоем примере еще раз сказать о том, что изменения наши все в жизни начинаются с изменения самого себя. Но изменение самого себя – это не такая точка-кнопка, которая запускается сразу. Вот я могу из собственного опыта сказать, потому что в моей личной жизни, вообще в моей жизни происходит огромное количество изменений сейчас. Вот сейчас, прямо сейчас. И я поняла, что когда мы работаем над своим сознанием, подсознанием, мы, наверное, год-два высеиваем такие вещи, изнутри себя достаем, которые начинают давать нам силу поменять себя, вот осознанно, вот не просто там увидеть себя со стороны, понять, что тебе нужно поменять, а к тебе приходит сила это сделать. То есть ты начинаешь это делать и делаешь это настолько уверенно, что никто не может тебя остановить, никто не может дать тебе сомнений каких-то. И вот когда мы начинаем менять себя, свою идентификацию, когда я сама понимаю, кто я есть,
тогда начинают меняться все наши остальные нижние уровни. Начинают меняться, мы начинаем принимать совершенно другие решения. Нам больше не нужно. Раньше бы мы, например, приняли это решение и вернулись бы обратно, потому что нам бы стало страшно. А к нам приходит сила, которая дает нам понимание, что я буду меняться, я готова это делать, несмотря на то, что будут ли рушиться стены, буду ли я менять мужей, детей, страну, дом. Приходит сила это сделать. Не только понимание того, что это надо, не только понимание, как я буду это делать, но самое главное, приходит сила. И вот это внутренняя сила. И когда эта внутренняя сила приходит, тебя нельзя остановить. И вот я сейчас понимаю, что все практики, которые мы делаем, вся работа со своим сознанием и подсознанием, они как раз и нужны нам для того, чтобы к нам пришла эта сила. Мы как будто бы накачиваем себя этим изнутри. Когда ты, к тебе приходит вот эта смелость, да, как вот мы говорим, ты понимаешь, что ты будешь это делать, ты твердо уверена в успехе, тебя ничего не останавливает уже ни муж, ни собака, ни кот, ни мнение других людей, ни то, что ты пока не до конца понимаешь, как это будет, вот эта внутренняя сила приходит. Поэтому вот все эти практики, которыми мы занимаемся, вся эта работа над изменением мышления, вот сейчас я могу это сформулировать, это мощная внутренняя сила, которая в нас просыпается. Когда ты перестаешь бояться всего и чувствуешь, что ты способна сделать это здесь, прямо сейчас, вне зависимости от того, что говорят все остальные, вне зависимости от того, что это может казаться абсурдом, вне зависимости от того, что это может быть вне правил, вне норм. Люди могут, у них могут волосы дыбом подниматься, они тебе могут кричать: «Вика, опомнись!» А к тебе приходит это внутреннее, опять-таки, сила и уверенность, и ты говоришь: «Да, друзья, я как раз сейчас и опомнилась». Вот, и ты идешь как танк. Я люблю иногда смотреть фильмы про войну, вот, когда, знаешь, вокруг кажется все абсурдом, нельзя сейчас идти и стрелять, и танк выходит, и он идет, и все вокруг, значит, там в него не попадают, а он попадает во всех, и в итоге они выходят и побеждают. Вот это как раз история про внутреннюю силу, которую мы прокачиваем. Поэтому я думаю, что продолжай, пожалуйста, работать над собой, продолжай все это делать. Часто у нас начинается такое: блин, да я уже занимаюсь этим полгода или год, я всегда вам говорю и себе говорю: Оля, мать твою, сколько лет своей жизни ты занималась всякой фигней, вот, и строила вот это вот, что-то вот это, а сейчас ты полгода или год, аж целый год, у тебя 37 там, лет, да, которые ты жила, а тут у тебя ты целый год практикуешь, и прям твоя жизнь не перевернулась с ног на голову. Так вот я вам хочу сказать, что это как вот... Говорю, у меня что-то с телефончиком. Вот, это как чашка, которая наполняется водой по капельке. Помнишь, кастрюльку подставляешь, и там капелька одна такая, бум, с потолка, бум, и тебе кажется, да никогда эта кастрюля в жизни не наполнится. А потом в какой-то момент ты забываешь о ней, приходишь, а у тебя потоп. И ты думаешь, ну как это одна капля, она ту кастрюлю не могла наполнить никогда? Откуда же этот поток взялся? Точно так же с нами происходит это накопительное действие. И помните, что если мы чего-то не видим, это не означает, что процесс не идет. Вот важно себе об этом напоминать. И вот сейчас я могу назвать это точно, я еще даже не говорила об этом нигде, в принципе, эту тему не поднимала, потому что это то, что происходит со мной сейчас. Сейчас я осознала, что вот эти практики и прокачки, они дают нам внутреннюю силу для действия. То есть вот это, наверное, ключевое, когда мы становимся не просто мозгами, там, понимаем, какие изменения мы хотим, мы готовы физически и ментально к этим изменениям, нас не остановить. Поэтому я тебе желаю продолжать этот путь, у тебя однозначно все получится, я буду следить за тобой, пиши, пожалуйста, буду наблюдать. Спасибо большое, что ты вышла в эфир, поделилась с нами, вот, и я желаю, спасибо, чтобы все у тебя получалось, спасибо, что ты подтягиваешь других людей, что ты слушаешь своих классных, умных подруг.
Да, хотела такое напутствие еще сказать, вернее, ну, может быть, кому-то это поможет. Иногда мы видим какой-то большой объем работы, да, вот, ну, вот и там с деньгами плохо, и с мужем не очень, и здесь, и здесь, и здесь. И мы не знаем, за что хвататься, да, вроде бы одно по делу, другое по делу. И вот именно мне кажется, что вот и Биг-клуб, и Рерайтер, то есть в Биг-клубе сейчас вот эти все занятия просто суперские, то есть я их слушаю, делаю практики. То есть они помогают тебе сосредоточиться. Вот, допустим, я вот тогда сосредоточилась на работе, да, сейчас работа выравнивается, я немножко изменила направление, она улучшается, у меня становится постепенно улучшение, и я чувствую, как по волшебной палочке подтягиваются проблемы с мужем. То есть каждый день вот в ту кастрюльку капает, что надо решать, надо решать, надо решать. То есть я понимаю, что это одной только части, да, вот проблеме, да, чтобы решить. Но потом постепенно подключаются все остальные сегменты, и то есть ведется вот как раз-таки к вот этому рерайтеру, да, к тому, что я написала вот в этой моей книге жизни. Всем удачи, всем прийти, вот не быстро, это, наверное, неправильно быстро, да, сказать, чтобы все пришли в нужное время к своей вот книге, проработанной так, как вот, так, как им надо. Спасибо, Оль, большое тебе. Спасибо большое. Все, спасибо, счастливо. Так, сейчас попрошу, у нас осталась Нина. Ниночка, вижу запрос, хочу увидеть от тебя и готова тебя впустить. Нину видела на личной встрече, вот, знакомы мы уже с Ниной. Друзья, вам напишите, пожалуйста, несколько слов, мне очень важна вот эта ваша обратная связь, насколько для вас вот интересно то, что сейчас происходит, потому что понятно, что подключаются люди, которых вы как будто бы не знаете, да, типа, о чем они говорят и касается ли это меня, но мне кажется, что порой очень важно услышать от человека, возможно, которого ты не знаешь, но который где-то в чем-то сейчас с тобой срезонирует, где-то у него такая же ситуация, очень важно услышать, что есть выход, что ты можешь двигаться, что как отправить запрос. Так, Нин, я думаю, что нужно нажать, понажимай вот на стрелочку справа внизу. И по идее там ты должна увидеть, отправить запрос. Да, есть, молодец, умничка. Так, Юль пишет, спасибо, здорово, вот, я рада. Так, сейчас у нас, во, Нина, привет! Здравствуй, Олечка, привет! Ну вот, наконец-то у нас все получилось. Да, я учусь. Так, Нин, ну давай, у нас не так много времени, поэтому расскажи, пожалуйста, про себя, про то, что ты делаешь в рерайтере, и про то, как твоя жизнь, по твоему ощущению, стала меняться, улучшаться, ухудшаться, что происходит. Да, значит, меня зовут Нина, мне 49 лет, в рерайтер я первый раз пришла в феврале, потом у меня был клуб в марте, в апреле опять рерайтер, потом биг-клаб, потом денежный, потом еще раз денежный, ну, в общем, вот весну и лето, все, что я могла пройти, я прошла. Вот занималась я и ночами, и днями, и на работе, и я все писала, я писала и писала. Мне муж сказал, что я в какой-то секте или в разведке, потому что я все время что-то писала. Я мало того, что я конспектировала все задания, я еще полностью дословно конспектировала все Олины видео, все задания. Оля, я все записывала, у меня все записано. Так, расскажу, как нашла Олю. Значит, несколько, ну, где-то года два назад, ну, это давно, я уже Оле рассказывала про сумку Louis Vuitton. Я очень сильно хотела сумку Louis Vuitton, и я нашла в Инстаграме девочку, она называла, ее звали «Польза желаний», она обещала за месяц, что человек позанимается с ней, исполнит все свои желания. Но так как эта девочка живет в России, я почему-то не могла каким-то волшебным образом ей оплатить этот марафон. Ну, вообще никак. И еще параллельно в моей жизни происходили такие вещи. У нас была большая неприятность дома, и я решала это. То есть я в доме решала. Я в доме мужик с яйцами. Будем так говорить. И когда я
можно так сказать, довела дело до суда, ну, до логического как бы завершения. И я настолько опустошилась, я была вся в этих следствиях, в этих прокурорах, в этих следователях. Я была 3 года, и когда я дело довела до суда, я просто сдулась. У меня просто уже как бы не оказалось цели. Уже и эта сумка забылась, уже все это забылось. Я настолько была опустошена, я не знала, кто я, что я, где я, эти локдауны, дочь в Китае коронавирус. Ну, в общем, на меня навалилось столько всего. И тут в Инстаграме высвечивается в середине января Оля Ермилова. Я захожу, смотрю первое видео, второе видео, третье видео, и понимаю, что это пишу я. Это мои слова написаны. Эта женщина говорит моими словами. Она у меня сидит в голове, и она это все озвучивает. И почему я этого раньше не озвучивала сама себе, я не знаю. Вот. Я почему-то, у меня тогда проскользнула мысль, что у этой Оли где-то день рождения приблизительно около моего. Вот. И я набрала в Инстаграме, в Гугле, я загуглила. Я узнала, когда у этой девушки день рождения. Я молчала, я никогда этого никому не говорила. Вот. Ну, короче, это все лирика. Я, когда был анонс рерайтера, с денежным положением у меня был абсолютный ноль, но я, не задумываясь, оплатила все в кредит. Я тоже как бы писала книгу, что я писала, я не знаю. Я честно, я не помню, что я писала, и честно, я с того момента ни разу не открыла ту книгу. Я была как в тумане. Я слушала другое, я не книгу писала, я просто слушала эти все видео, эти слова, я просто как бальзам на душу, я успокаивалась, я понимала, что есть человек, который может душевно меня успокоить. Я какие-то желания писала, но я даже не помню сейчас, что я писала. Мне, ну как бы мне, ну не надо. Оля говорила, что вы пишите, вы не жадничаете, вы пишите, вы желаете, вы все. Я это желала, но мне это ничего не надо. Было, фактически. А потом в клубе, когда пошли в клубе задания, вот тут я уже окунулась в омут с головой. Все, эти все задания, это все супер. Потом был анонс нового рерайтера. Я пошла в новый рерайтер, опять по новой я начала писать книгу, опять что-то я желала, но это было все, кот мой ко мне рвется, все это мне не надо было, и тут Big Club, и опять оплата, и опять в кредит, но все это фигня, потому что я знала, что будет денежный портал, что я прокачаю свои мозги, что это все. И еще был такой момент по поводу дневника желаний. И я в дневнике желаний с мая месяца писала: я хочу в Киев, я хочу встретиться с девочками, и я хочу встретиться с Олей Ермиловой. Слушайте, люди, это капец. Я была в Киеве, я встретилась с девочками, и я трогала Олю Ермилову. Я ее обнимала. Да, ой, девчонки. Конечно, мозги перевернулись, я успокоилась. Дома у меня все спокойно. Бывают, конечно, моменты, когда хочется покричать по старинке, там что-то сделать. А как история закончилась? Вот давай расскажем, как история закончилась с этими судами. Вот ты опустошилась, ты довела это все, и что произошло дальше? Да. Вот значит, когда 3 года шло следствие, значит, кто украл, все знают, что украл, знают, но начальник полиции лучший друг, и мэр города лучший друг. Я вот сейчас говорю на всю Украину, я на весь мир, я этого не стесняюсь. И все это знают, но его покрывают. Украдено была космическая для меня сумма, и там, ну, все. И мне все говорили, ты дело до суда не доведешь, ты дело до суда не доведешь. Уничтожались видео, уничтожались доказательства, уничтожалось все. Но я дело довела до суда. Я хочу сказать, что прокурор области подал в отставку из-за меня. Я его настолько задолбала, что просто вот... И еще такой беспрецедентный просто вот такой шаг. То есть
підозру обвинуваченому підписує слідователь. Ну, я вже половина українських, половина русських. Тобто, но моєму підозрюваному підписував обвинувачення прокурор міста. Такого ніхто ніколи не робив. Так, скажи, давай ми зараз не про кримінал, про твої відчуття. Змогла ти відпустити цю ситуацію? Що з тобою? Так. Я ж к чему это веду? Когда был ли первый, на первом суде я чуть не потеряла сознание, второй суд прошел ужасно, а третий суд уже проходил тогда, когда был рерайтер. И я девочкам в рерайтер написала, что у меня такая ситуация, как мне себя вести, как мне успокаиваться. Оленька, ты мне давала совет, и я еще помню. Была... Девочка Наталья Кутузова, она мне тоже написала. И вот с того момента у меня суды проходят на ура. Я спокойна, я улыбаюсь, я уверена в себе. Я, понимаете, вот у меня 7 числа сейчас суд. Я просто знаю, что даже может произойти то, что его в наручниках выведут оттуда. Я вас настолько в это верю. То есть у меня вот цель как бы была успокоиться, довести свое дело до конца, наладить как бы свою... Ну, я наладила свою жизнь, то есть внутри. Я очень спокойный человек, даже скажу, сегодня у меня был настолько противный клиент, он не хотел платить деньги за ту работу, которую я выполнила. Я ему спокойно сказала, что я работу забираю, денег с него не беру, и идет он нафиг, ну, мягко говоря. И он через 2 минуты принес мне деньги, извинился и ушел. В общем, в мастерской мои мужики были в шоке. Раньше я кричала, ругалась, там что, а сейчас вот мне говорят, ты вот посмотришь, и все, и ты человека убиваешь своим спокойствием. Ниночка, какая главная ценность, вот можешь там 2-3 пункта вот, по работе с собой за это время, вот для себя, какую главную ценность ты берешь, вот можешь сейчас сказать, что вот это для меня сейчас на данный момент оказалось самым ценным, исходя из той работы, которую я проделала в программе. Самое ценное, я спокойна, я уверена в себе, и я знаю, что если я чего-то хочу, я добьюсь. Волшебство это, не волшебство это все. Я поняла, что... Без войны, правильно? Да, да. Я поняла, Оля, я сейчас это поняла, что все, что у меня сейчас есть, это все я. Никто в этом не виноват. Никого нельзя в этом винить, это только я. И если я хочу, чтобы завтра, через неделю у меня было все хорошо, я сейчас, сегодня должна вести себя так, как это у меня уже есть. Вот это я поняла через 7 месяцев. И я делаю так, я спокойна, я уверена. Никого нельзя винить, никогда, ни в чем. Все в голове, Оля. Хочется столько всего сказать. Еще одну секундочку. Я тебе писала, Оленька, что я 2 дня практикую медитации сама. Ну, без твоего... Да, да, писала. Да. Да, и вчера я в своей любимейшей медитации «Сонастройка», у меня просто сел телефон, и я просто физически не могла услышать твой голос, и я попыталась все вспомнить и сделать сама. То есть вот эти все вот капсулы я прошла и дошла до своей капсулы, и я закрыла глаза, и мне вот, я задала вопрос, что я делаю не так, что у меня ничего не получается. И мне вот в голове голос такой: ты 49 лет жила так, как ты жила, у тебя в голове пластами... Вот Ниночка, это... у нас 42 секунды показывает Инстаграм. Да, пластами, но есть Ермилова, кислота, которая все эти пласты разъест, и все у тебя будет хорошо. Вот у меня был такой голос, Оля. Ниночка, спасибо огромное. Друзья, просто показывает Инстаграм, что заканчивается наш эфир. Девочки, все 3, спасибо вам большое. Все рерайтерцы, огромное спасибо.
Первое, напоминаю всем, что завтра стартует у нас рерайтер жизни, и вы можете сегодня присоединиться в пробную версию еще бесплатно. И второе, я обещала разыграть место на марафоне рерайтер жизни для всех, кто добудет до конца. Друзья, хочу услышать, прочитать, почему вам сейчас нужно попасть на рерайтер жизни в комментариях под этим эфиром, когда я его опубликую. И у нас сейчас 21:30, до 23 часов вы можете это сделать, и в 23 часа я зайду, объявлю победителя, и завтра этот человек присоединится на рерайтер жизни. Я хочу узнать, почему вам это нужно, только, пожалуйста, давайте как-нибудь широко. Не просто потому, что я хочу поменять свою жизнь, я хочу узнать вашу истинную причину, чтобы одному человеку дать этот билет, который, я думаю, в вашем случае должен обязательно сработать. Спасибо всем огромное, друзья, жду вас на рерайтере. Все чудеса находятся здесь. Моя задача просто объяснить вам, как это работает. Ну и, конечно, вдохнуть в вас жизнь. Публикую этот эфир и жду ваших комментариев. Спасибо всем огромное, девочки.